Строительство детских садов в Первом советском переулке и в новом городке Медвежьеозерского поселения продолжает оставаться на контроле районной администрации. Ход работ за последнюю неделю отслеживался на выездном совещании, которое провел прямо на строительном объекте в Первом советском переулке руководитель администрации Алексей Валов. Обсуждалась подготовка документации для контролирующих организаций, закупка мебели и инвентаря, решались многие другие текущие практические вопросы, вплоть до пошива штор. В основу каждого результат положен труд. Вот у меня такой труд. Ездить по таким объектам, проводить совещания и регулировать, чтобы этот процесс шел непрерывно. Поэтому мы выезжаем сюда, регулируем процесс, он продолжает. Перестаем регулировать, останавливается. На совещании уточнялось, подключено ли отопление. Как выяснилось, в ближайшее время по обоим адресам это будет выполнено. В детском саду в Первом советском переулке заканчивается чистовая отделка первого этажа. На втором и третьем остается постелить линолеум. Ведется благоустройство территории. В новом городке детский сад практически уже готов к сдаче. Осталось решить текущие вопросы по оформлению документации. Сегодня провели совещание, поставили задачи, конкретно возьмем на исполнение. 1 ноября садик должен в основном быть готовым к сдаче. Новому городку он практически уже готов. Но там проблемы небольшие возникли с исполнительной документацией. Соответственно, найдем исполнительную документацию и то же самое подготовим ее к сдаче. Руководитель администрации в это утро выезжал и на Щелковскую станцию скорой помощи на Советской улице в Щелкове, где начался плановый ремонт помещений. Рабочие здесь приступили к демонтажу полов и инженерных сетей, строительству временной кровли. Будет частично заменена электропроводка, установлены новые двери. Пока половина здания ремонтируется, потому что нам где-то тоже надо разместиться. В остальной половине мы там размещаемся, потому что надо и на вызовы, и все, и пополняться как-то. И отдыхать где-то можно было. Когда обещали закончить, если вот? Ну, хотя сказали, нам вроде как за 2 месяца должны. Ремонтные работы ведутся или будут начаты в ближайшее время во всех учреждениях здравоохранения Щелковского района. Все будет делаться поэтапно, чтобы доставить как можно меньше неудобств пациентам. Андрей Цеханович, Александр Ржевский, телерадиокомпания «Щелково».